Вот что-то вот, и надо вот так вот сидишь, что-то задумал сделать. И вот начинаются вот это мучительные времена, когда в голове это все крутится, там 100 вариантов переворачивается в голове, как это сделать, что сделать. Ну, пока это все в цвете не увидишь, к холсту не подходишь, естественно. Я эскизов не делаю, а так, все. Как я задумал, пока я уже перед глазами это все не увижу, уже в готовом варианте, я холсту не подхожу.